Вы знаете, сегодня я хочу вам рассказать о духовном мире. И да, И вы знаете, друзья, Бог, Он мне показал некоторые вещи. И я бы хотел поделиться сегодня с вами этими вещами. Вы знаете, однажды Бог мне показал, как движется Дух Святой. Потому что для меня был это вопрос. Каким образом разрушается родовое проклятие во время богослужения? И Дух Святой мне показал то, что реформировало вообще полностью мое понимание. Я всегда думал, что Дух Святой — это такая грубая сила, которая вот врывается в зал и просто сносит все на своем пути. Но вдруг Он открыл мне, что все это не так, что Дух Святой движется по залу. И проклятие, это слово переводится так, его можно интерпретировать, разрешение дьяволу действовать. Или юридическое право дьяволу действовать в жизни человека. И вот человек стоит в зале, и он находится, что такое проклятие, как под стеклом, невидимым стеклом. И когда Дух Святой подходит, то это стекло, оно как будто не пускает Духа Святого коснуться этого человека. Потому что этот человек сам или же его предки дали юридическое право дьяволу работать в жизни этого человека. И в момент, Бог мне это показал, друзья, и я с вами делюсь, в момент, когда я стою на сцене, и Бог мне сказал, когда ты говоришь, я разрушаю родовое проклятие, в этот момент это стекло рушится. И в мгновение, какие-то секунды, Дух Святой касается человека, и происходит исцеление от самых страшных заболеваний. Рушится проклятие одиночества, развода, нищеты. Рушится проклятие болезни. Рушится разного рода проклятия, которые шли по семейному древу. И вот сегодня мы должны осознавать, что когда мы молимся, сила Духа Святого, помазание, оно будет двигаться. И в тот момент, когда я говорю, я разрушаю родовое проклятие, в этот момент вот эти стекла, которые отделяли тебя от работы Святого Духа, от Его прикосновения, они рухнут. Потому что, разрушая родовое проклятие, друзья, я разрушаю право дьяволу действовать в твоей жизни.